В рамках празднования Дня города в Уральске стартовал 16-й турнир по волейболу «Достах дружба» на Кубок Акима города. Соревнования проходят среди юношей. В торжественном открытии турнира приняли участие заместитель Акима города Жандос Дюсенгалиев, руководитель отдела физической культуры и спорта Армата Исанов, а также ветераны волейбольного спорта, которые пожелали успехов командам-участникам. В Уральске в 16-й раз проводится междугородний турнир по волейболу «Достах дружба» на Кубок Акима города. На этот раз традиционное событие собрало около 150 спортсменов. Отметим, в турнире принимают участие не только казахстанские команды. Участие принимает 12 команд, как города Казахстана, так и ближнее зарубежье. Оренбург, Самара, Новокуйбышевск, Казань, Уфа приехали к нам в гости, чтобы принять участие на данном турнире. Игры проходят довольно-таки интересные, потому что сильные команды собрались. Каждая игра проходит в напряженной борьбе. Волейболисты выходят на площадку с решимостью победить. Среди участников Никита Шайхутдинов, спортсмен из Петропавловска, который с большим энтузиазмом ждет каждую игру и уверен в силе своей команды. Мне 17 лет. За всю свою жизнь мое самое большое достижение было попасть в сборную Казахстана юношескую до 18 лет. Сейчас проходит уральский международный турнир. Наша команда из Петропавловска приехала за новыми вызовами. Я хочу добиться успеха, занять любое призовое место. Это будет уже прекрасно. И вперед! Всем командам желаю удачи! Турнир продлится до 22 сентября. Обладатели призовых мест получат кубки, медали и денежное вознаграждение. 200 тысяч тенге достанутся победителям соревнований, 150 тысяч тенге получит команда, занявшая второе место, и бронзовые призеры заберут с собой 100 тысяч тенге. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42.